Приветствую, девочки, мальчики. Глафира Абрамовна в телезефирах. Лето. Опять не устану повторять. Маленькая жизнь. И куча всяких овощей, которые продаются. Мы сегодня с вами делаем облегченный вариант аджаб сандали. Я не знаю, кто такой аджаб, кто такой сандали. Кто у кого сандали аджал? Аджал? Но в переводе из тюркского какого-то там языка, потому что готовят его и в узбекской, и в армянской, и в грузинской, и в азербайджанской кухне. Какая ты восхитительная! Yeah. Для этого сначала печем в обычной духовке обычные баклажаны. Кто-то их называет синенькие, кто-то их называет зелененькие, фиолетовенькие. Но на самом деле это плод баклажан. Потом быстро-быстро его горячим опускаем. Какая ты восхитительный, как этот баклажан. Сморщенный, как вот этот баклажан. И если его опустить в холодную воду, то легким движением руки снимается, как у банана, его кожица. Кожица. Вот так вот кожица снимаем. Все оттуда. Буквально препарируете баклажан. Куда деваться, он сам попросился туда. Складываете куда хотите. У меня вот тут на столе будет. Видите, кожица. Вообще еще лучше ложкой это делать. Хопа. Хопа. Лайфхак. А чап сандали делают на гриле. Бросают в костер. Сандальну. И потом ее едят всей семьей, причмокивая. Нет, на самом деле это... Как те чуваки на барже. Блюдо. Чуваки сожрали сапог. Да. И мелко его препарируем до конца. Не вычищаем ни семечки, ничего. Все оставляем в первозданном виде, как есть. Если компания большая и любители восточной кухни, то берите для джаб сандала много-много баклажан. Сандали. И еще здесь в классическом варианте должен быть обязательно перец. Но у меня тут дома образуются любители, не любители перца, к сожалению. Клуб. Печеного. Клуб не любителей перцев. И опускайте это все в емкость. Эти вот баклажаны. Ой, извини. На Семёна загляделся. На Семёна загляделся, стоит Сеня. Я бы, честно, баклажан такой ела бы вообще просто вот без всего. Потом берем сочный помидор. Отрезаем у него. Жопа. Какой Винни красивый мужчина сегодня! И выскребаем у него всю внутренность. В классическом аджаб сандали помидор тоже печется. Внутренность выскребаем. Это оставляем кому-нибудь, кто любит. Внутренности от помидор, а не внутренности, а кожицы от помидор. Я помидоры не знаю, интересно, есть такие, нет? Которые любят кожицы? Угу. А фиг знает, может, есть. Как мы можем знать, есть, нет? Вопрос очень философский. Благо, что готовится все это быстро. Помидор хорошо брать зрелый, такой вот прям вот, из которого сок брыщет. Бычье сердце или еще какой-то там сорт. Бичья голова. Сорт какой-нибудь. А это может бичьи потом чем-нибудь. Извините, это совсем из другой оперы. Бичья цепень. Хорошо взять топорик и так чик-чик-чик-чик-чик-чик. Такой, извините. Нет, не возьмем. Здесь у меня нарезанный травка-муравка. Кинза, базилик и немного лука свежего, репчатого, молодого.
туда же отправляем. Все, что не нужно, выкидываем врагу, отдаем. Берем 2-3 зубчика чеснока. У меня чеснок местный, ядреный, положу 2. Иначе будет Я обессилила совсем. Аджаб сандали. Сандали в аджабе. Все. Мировой закусон. Полезный, экономичный и вкуснейший. Готов. Поливаем чуть-чуть маслом растительным. Вонючим. Вонючим. Чуть-чуть, немного. Аджаб сандали подается к шашлыку, к мясу, посолить к курице. Сейчас все промешаем и тогда будем просаживать. В общем, можно соли готовить... и перцу по вкусу. Да, можно готовить с цицаком, с острым перчиком, пожалуйста, если кто любит. Можно вообще не солить и не перчить. Положим разматравили перчик. Еще раз промешиваем тщательно. И прячем до следующего года. Шучу. И едим немедленно, потому что салат специфический, салат вкусный. Можно не печеные помидоры. Хорошо пахнет. Какой, ребят, вообще я... Вообще настояться по-хорошему надо где-нибудь, я так, в холодильничке часок надо, чтоб пропитался запахами кинзы, ригана. И сверху берем классический чечил. Вот так он выглядит, кто-то у меня. А, шпизац, по-моему, спрашивал, как выглядит чечил. Вот, вот этот чечил. Ну, это коси, бывает, косичка в дороге. Бывает копченая, бывает не копченая. Отличная вообще вещь. Вкусняшка. Берем ножницы. И сверху художественным образом нарезаем перед подачей. Пускай народ сидит и думает. Это придаст вкус копчености вашему сыру. Я уже пах. Вашему аджаб сандалу или аджаб сандал лайт. И если будете на базаре, возьмите специи чаман или пожитник. И сверху вот так вот посыпьте. Вот это вот тема. Южная, вкусная. Безумно. Интересно. Ох. 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 Пробуем. Риган. Вот у меня в духовочке курица стоит. Пахнет вкусно. Хотя бы еще присолила чуть-чуть. Сейчас вот это с курочкой. Сыны не будет блюдо. Вот и все. Аджаб сандал лайт готов. Приятного нам аппетита. Ну и вам еще. Еще лимончика. Зачем? Слушай, лимон. Не надо. Глафира Абрам плохого не посоветует. Я родину продам за реган. Ставьте лайки, дизлайки, комментируйте, рассказывайте. Аджапитесь вы или сандалитесь. Чмоки-чмоки. Обе шоки.